Нурали и Галамат Бейсекожа. Үлкен ағасының осындай жаңағы марапатқа ие болып атқаны екеуінің қуанышы, екеуінің жеңісі деп түсінеміз. До встречи в полуфинале, но я думаю, что мы увидим там вас обоих. Я в восхищении до сих пор, кстати, я не перестаю думать об этой семье. Это класс. Мы очень хотели этого. Нурлан Ага же спрашивал, он говорит, почему вы в дуэте не выступаете? Он же сказал, это сюрприз. Это было неожиданно. И вот у нас родилась такая мысль соединить два стиля, классику и народную музыку. Смешение стилей, это всегда дает какой-то драйв. И еще, имея навыки создавать музыку, я считаю, что они сегодня покажут высший класс. Thank you.
Нурали, Галамат, Бейсеқожа. Керемет, жеттер, керемет. Но что же скажут наши судьи? Действительно, номер удался. И вот то смешение вот направлений, классика, народное направление Нурлан Ака очень в точку попал. На самом деле, это номер на отлично. Спасибо вам. Рахмет, рахмет, жігіттер, увидимся позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.